Что ж, всем привет, с вами Дима, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Джохана. Токсичный Майнкрафт. Майнкрафт. Да, я думала, это два разных слова, просто одно на английском, второе на русском. Ну ладно. Напомню, что ссылочка на оригинал будет в описании. Лайкосик, подписка, колокольчик очень приветствуются. Вот, и поехали смотреть, посмотрим, что будет. Ау, 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 ау. За день до встречи с объектом X. Ой, ну мы знаем, что с YouTube у нас проблемки, поэтому... Ой, блин, забыла убрать эту штуку, простите, пожалуйста. Так, надеюсь, загрузилось. Все в порядке? Вы долго хотите сами сидеть? Я хочу дом свой закончить, как минимум. Я скоро отойду уже. В мир иной, у меня все ассоциации с одним просто... У меня просто дом такой, что, знаете ли... У тебя все из песка. А чё потолок такой низкий? Ну, вам лишь бы это, лишь бы критиковать. Ну низкий. Лишь бы подолбиться в потолок, разумеется. Сделай на уровень ниже, вот так вот. В чем проблема? Я могу чисто ради тебя оставить эту дырку. Будешь приходить жить там. Хорошо. Могу тебе в гостях буду сидеть в этом углу. Хорошо. Так выйти же нельзя. Да не, нормально, нормально. Просто не очень удобно. Ну это я медленными шагами учусь. Все в порядке. Кстати, собака, это я, здравствуйте. Пойдем. Ты медленными шагами не туда идешь. Слушай, это лучше, чем было, правильно? Вот и радуйся. Как было? Что ты хочешь сделать? Да не, ничего, я тебя вижу просто, знаешь, я тебя дома просто смотрю, что ты делаешь. А что ты делаешь, заяц? Хочу спать лечь. Ложись. Хочу прилечь. Не могу, я посижу. Ты можешь спать только ночью или во время грозы? За час до встречи с объектом X. Так, отлично, мы нашлись, это уже хорошо. Осталось просто нам доковылять до дома. Я тебя поселю в своей роскошной, комфортабельной могиле. О, я помню эту деревню. В целом. Мы мимо нее проходили, когда искали новый дом. Бля, тут все взорвано. А что здесь было? Я помню этот дом, в нем Марин пялил Богдана. Все взорвали, суки. Ну ебать. Ну ебать, ну на поиски нахуй нового дома. А какие варианты еще у нас есть? Ну, старый Немо? Разворотили. Кирилла дом. Искать Немо или новый дом? Он взорван, мой дом закопан. Ну, могила в смысле. Ой, Марина там тоже что-то... Господи! Вот это дублирование, я думала... Я уже второй видос подряд думаю, что у меня что-то с монитором. Строили, какие таблички поставили. Короче, ну, нахуй делается неизвестно. Сука, это заходит сюда уже седьмой раз. Я кикаю его уже седьмой раз, ему похер на это абсолютно. Ладно, я не буду расстраиваться. Гром 1438. Я думаю, мы построим дом лучше прежнего. Я не буду больше жить в могиле. Сколько же у него свободного времени, сука? Я умоляю. Я просто молю тебя, пожалуйста, ляг спать. У меня собаки падают и умирают, и этот... Заходит сюда уже в который раз! Сколько у него терпения! Ну точно больше, чем у меня, судя по всему, бля. Брат, я тебя умоляю, ты можешь убить их? Такое, ну значит, больше, чем... Это, знаете, когда бесишься, а в какой-то момент у тебя такое осознание такое, знаете, самокритики. Зомбаков, пожалуйста, и лечь спать, а? Ну как я их заебал? У меня нет ничего. Свеклой разве что. Ну, свеклой, да чем угодно. Просто справься с ними, пожалуйста, а? Меня замучили лучники. Я тут стою с собакой своей. Ну, я так пропускаю немножечко, конечно. Я за тебя болею. Я думаю, ты справишься. Очень они крепкие. Или свекла очень мягкая. Ну, это варёная свекла, наверное, поэтому она и мягкая, брат. Давай, ну, пожалуйста. Ну. А, кстати, есть иногда берешь свеклу, кстати. Прошу прощения. Сырая, но при этом она такая, знаете, мягенькая. И ты такой... Ну, что поделать? Ну, у тебя все получится. Короче. Да нет, да я верю, что все будет в порядке. Приятно было с тобой жить. Все, один кончился, Вась. И что? Ты справился? А второй? Еще идут. Кто? Сколько? Ну все. Ну ладно, я спускаюсь помочь. Это тело. Сколько? Все. Да, друг хуй из собаки ебаты. Я не понимаю, типа, какая мотивация? Типа, просто проебать
делать свой день весь или что? Я буду заходить обязательно. Слушай, ну, наверное, блин, простите, пожалуйста, закрываю текст. Вот здесь вот Груми пишет. Я буду мешать снимать ролики. Я буду заходить постоянно. Ну, практически. Что так. Мы сейчас не поиграем нормально. Либо ждать Марину нужно. Я буду вам нужно. Озвучивать. Mm-hmm. Ну, я думаю, в любом случае... Я продолжу тебя объяснить, пишет Грум 1-4-3-8. Секунду. Хотя, слушай, нет, дам ему пописать. Хочу посмотреть, что он из себя будет сейчас срать своим ртом. Не, ну он... Ты слышишь? Бесконечно, я больной! Я думаю, что надо что-то придумывать с ним, мне кажется. Не дам тебе ни секунды без пустого Ну и вот, примерно, в этот момент мой пердак... Я буду заходить, сколько бы ты меня ни кикал. Накончился, и меня посетила одна гениальная идея. А что же такого мы можем сделать совершенно... И мне никогда это не надоест, пишет Грум. Начокнутым идиотом, раз мы не можем его кикнуть. Очевидно, запереть. У меня есть такая возможность... Я жажду бесить тебя. Консоли Креатив Мод. В нем я, по сути, бессмертный, летая, могу телепортировать и крафтить кое-что интересное. Я взял неразрушаемый материал и построил из него тюрьму. А значит, мне осталось только найти консольную команду и телепортировать нашего подопытного в этом... Вы понимаете... Ой, простите, пожалуйста. Вы понимаете, насколько... Чел такой, я буду мешать себе записать ролик, да, я буду писать в чат, я буду заходить, мешать тебе записывать ролик. И в итоге с ним сняли ролик! Чел, мне кажется, взорвался бы просто. Место. Кстати, наш был не один, а с другом, который также перезаходил сотню раз, но просто он не писал в чат. А что, если я тебе скажу, что ты можешь делать свою страсть к играм карьерой? Ежедневно дропаются десятки игр, и для каждой нужны анимированные модели персонажей, предметы, текстуры, которые... П у них 108 полоконтент, частичными текстурами, навыками моделировать, анимировать персонажей. Ой, что это была вафля прыгающая? Тебя натаскают работать в разных 3D-программах, и ты отточишь навыки на стажировке в TDS Virtual Production. Работать в разных предметов с реалистичными текстурами. А, это бургер, господи, думала прыгающая вафля. Писание или по один, ну, допустим, рандом, там на выбор. Давай. Так, ну, по идее, я прописываю вот такую команду, допустим, рандомные значения рядом с собой, и... Да, это работает! Он кто? Что это? Ну что? Добро пожаловать в ад. Ладно, наш главный герой пока что вышел, поэтому давай начнем с его друга. Здорово. Теперь это твой дом, брат. Добро пожаловать. Слушай, ну он такой заряженный, у него много чего есть. Ну заряженный, заряженный. Давайте дам с броню и отпи***. И давай заберем у него все, что у него есть. Это для этого мы... Я дам тебе броню, заберу все, что у тебя есть. Давай, ему надо лишить ресурсов, чтобы побег был невозможен. Очень оперативно. Давай. Можно начинать? Сюда. Нужно начинать, брат. Приступай, его. Забивай его в углу. Все хорошо. Ты будешь здесь, пап, братик. Пернатого поймал. Ты будешь жить здесь. Но вот, ну сколько раз они все заходили? Я кикал, я до этого писал, просил, похую. А вот и, собственно, наш дерзкий, охуевший друг. Добро пожаловать, теперь это и твой дом тоже. Уже, мне кажется, они могут быть агрессивны друг по отношению к другу. Я думаю, им нужно сделать две раздельные комнаты, чтобы они случайно не поубивались. Хотят. Да это не проблема, сейчас я думаю. А он сам все сделал. Дружище! Они все меньше и меньше себе оставляют шансов. Я вот не понимаю. Да. Да, снизу не надо было, чтобы они могли видеть друг друга. Ну, ножки могли видеть, да, давай, не Я знал, что. Знаете, туалеты есть, где сверху получается вот это вот. Вот отсюда получается стеночка, да? И снизу пространство между дверью и полом где-то вот так. То есть, по сути, закрыта только зона X, и то, когда ты как бы присел. Вот это то же самое. Я знал, что так случится. Когда-нибудь. Сука. Кто-либо не будет через эфис, не забудь. Надо, чтобы они поспали, подожди, надо. Они должны отдохнуть, вот в чем дело. Сейчас я ему сделаю классную кровать, может, ему понравится. Нет? Я сделал одну. Ну, а что ему нравится? Ну, я пытался кровать ему. Это и кровать ему не нужна. Он всё ломает? Ну, во-первых, я думаю, что им нужен костер. Нет? Как считаешь? Пускай давай мёрзнут. Попробуем. Да, я думаю, им нужен костер. Он же пожарный. Но он не хочет. Ему костёр. Не нужен костер. Он же пожарный. Это пожарный? Он же пожарный, ему не нужен костер, понимаешь, в этом как бы. У нас, кстати, недавно театр сгорел, представляете? Капец. 2 дня его тушили, жесть просто. Просто в моменте вот так вот загорелся.
клубешник дыма, мы в окно смотрим, что такое, что такое. Потом в новостях написали, что сгорел театр, мускомедия. Кубик обсидианта посреди комнаты. А давай, кто плохо себя будет вести, мы будем сокращать ему размер комнаты, ты прав. Я тут начинаю чувствовать клаустрофобию, вытащи меня отсюда. Я не завидую очень нашему заключенному. Ладно, пока он себя ведет нормально, давай попробуем поставить ему верстак подарить. Костер, верстак, что ему еще подарить, что ему еще надо? Стол зачарования могу подарить ему. Нет, костер он использует как средство для смерти, нет, я не дал ему умереть. Смог смыться, да? Неплохо, неплохо. Но ненадолго, брат. Тебя никто не отпустит. Ненадолго. Он может выбрать себе комнату любую. Есть комната побольше, брат, есть комната побольше. Можешь выбрать любую комнату, какую захочешь. Я хочу на свободу. Больше. Вот эта комната, она больше остальных. Я бы выбрал ее. Это комната для тех, кто хорошо себя ведет. Он просто ползает. Он просто ползает там и смотрит на меня. Медузица. Мне нравится это слово, медузица. Я предлагаю ему все-таки заиметь кровать. В очередной раз я ему по-хорошему хочу подарить ему кровать. Может, ему цвет не нравится. Давай розовую. Кроватка. Вот здесь. Нет? Неуютно? Мне не нравится, когда я смотрю на него. Вот тут кровать неуютно разве? Вот розовая. Смотри, какая хорошая. Ну, вот. Ну, кровать же. Посмотри на кровать-то. Дарю тебе розовую, красивую. Сейчас, да поверни ты свою головешку. Нормально? Не, ему не нравится. Скину порох ему, саженец дуба и семена. Вот, с факелы поставил. Факелы ему нравятся. Факел он расставляет. Хорошо. Факелы ему... Уже хорошо. Уже находим потихоньку общий язык. Свечи могу предложить ему тоже. Он тоже розовый, только в моем ассорте. У него будет розовая комната. Он будет моей девочкой. На похожий резиновый. Поставлю ему на окне. Думаю, ему понравится. Мне кажется, нашей принцесске нужен белый жеребец. Коня? Скакун, да, чтобы он скакал, ебать. Может быть. Ну, свечки мои тоже ему не нравятся. А что ему нравится? Ну, ему нравилось меня закидывать, походу, просто. Я же хочу как лучше. Не могу понять, как он сбежал. Давай сейчас его быстренько кончу. И заново, так сказать, сюда. Ага, вот. У него заначка была, понял? Вот чё. Все. Все, не давай ему никаких вообще, ни дерева, ничего. У него не должно быть ничего. Ну, гнилую плоть можно дать? А, наверное... А то, когда ты кровать ломаешь, тебе выпадает что-то или нет? Я просто не знаю, я знаю тебя. Гнилую плоть профан можно, максимальный. Сейчас, хочу как-то здесь сделать все красиво ему. Но он отказывается, видишь? А где лошадь? Отказывается или... от еды, отказывается от комфорта. Я же предлагаю ему. Он же сам хотел играть на нашем сервере. В чем дело? Что ему не устраивает? Вот сиди в этой вот коробке 3 на 4 и играй. Вот, у тебя есть факел, можешь засунуть его... Мы его почти приютили, он будет жить рядом с нами. Вот, сделал ему двери. Дверь. Хоть пользуется нормально ему? Вот. Съебался по двери, По двери смог выйти? Да. Двери нельзя. Но мы учимся. Что поделать? Мы учимся. Ну я ему даю, потому что он напал на меня. Сука, блядь, битва бомжа и собаки. А с чем ты дерешься с ним, блядь? Углем за... Я убил его порохом. Порохом. Ладно, давай, наверное, с этим заканчивать. Это, давай, наверное, просто лаву залью туда, и все. Мне надоело. Это уже просто ни в какие рамки. Он все равно ничего Гарри, не делает. Какая разница? Бедный грубый Гарри. Ну, давай. Возможность убежать. Я дал возможность убежать, повернись назад. Груби. Не хочет, не хочет. Дрочит напоследок. Опережаю ваш... Даже подумала. Я не успела озвучить. Наши вопросы мы не могли закрыть сервер. Мало того, что и Марину дома не было, так еще и технически это не получалось. Надеюсь, вам понравился такой формат ролика. Я вообще не планировал его делать, но так получилось, чё бы и нет. Всем спасибо, увидимся в следующую пятницу. Я прошу прощения, что в субботу вышел, но так получилось, потому что я не всевозможный. Всевозможный? Ну вы меня поняли, все, пойду отдыхать. А вот Груми все... Так, Кирилл упал и разбился. Смертей так много, на самом деле. Мы так часто... Телепортируйте меня, братцы. Да никто не использует никакие телепорты. Не используют телепорты, никто, пожалуйста, без консоли мы играем. Я понимаю, я просто не поставил кровать, поэтому я опять же... Ну вот иди! Ну вот иди! Сейчас.
Что, не телепортировать его? Да пусть идет, конечно, ну в смысле? Так пускай... это звание. Как далеко? Пускай проблемы, я тебе говорю, минус 2068, минус 100. Ну, это третье значение. Так я буду до завтра, идти. Завтра увидимся, хорошего дня. Что могу тебе сказать, блядь? Лучше, какая шикарная концовка получилась. Завтра увидимся, хорошего дня. Какая, блин, смотрите, какой я видос нашла. Посмотрим его? Ну, посмотрим. Ну вот, Гнус постоянно какие-то превьюшки делает такие интересные. Никак вот не удержаться. Постоянно хочется посмотреть. В общем, ребят, спасибо большое за видосик. Джохан, спасибо тебе большое. Ой, за видосик. За просмотр. Тебе спасибо. Джохан, спасибо большое за видос. Грум. Груми. Вообще-то он Грум? Или Грум? Грум, наверное, да? Вот. А я его называю Груми. Почему я его называю Груми? Потому что созвучно с чем-то. И, в общем, дача. Такой, я буду мешать тебе снимать видос. Также видос, который снят благодаря ему. В общем, спасибо еще разочек большое за просмотр, и все. Как классно, ссылочка на оригинал в описании. Лайкосик, подписчик, колокольчик очень приветствуется. Вот. Да, все. Пока-пока-пока.